Всем привет! Меня зовут Юлия Север, и я рада объявить, что наступила пятница. А это значит, пора решать, чем занять себя в эти выходные. Пару интересных идей подскажет наша афиша. Любишь электронную музыку и нетривиальные виды спорта? Тогда добро пожаловать на ГЭС-фест. Фестиваль проходит с 9 по 12 июля на Мастерюковских озерах. Именно туда съехались тысячи людей из разных городов нашей страны. Вас ожидает 5 танцполов, более 200 диджеев и звезд танцевальной музыки из Европы и России. Шоу с технологическими миражами и иллюзиями, головокружительное выступление спортсменов экстремальных и просто забавных видов спорта. Свидетелем такого события сможешь стать и ты. Успей попасть. А для любителей театрального искусства выходные тоже обещают быть интересными. Самарская филармония порадует маленькими комедиями. Представление, по сути, состоит из двух спектаклей «Медведь» и «Предложение». Первая история о вдове, которая ждет, не дождется того, кто избавит ее от вечного траура. Она ждет, что в ее дом явится настоящий принц. Романтический герой, но является грубиян и женоненавистник. Вторая история о трепетном любовнике, который спешит объясниться в любви своей соседке. Трогательная и до слез смешная комедия. Не пропустите, 12 июля в Самарской филармонии «Маленькие комедии». Ну что ж, мне остается пожелать вам по-летнему ярких выходных. Не сидите дома, гуляйте, загорайте, посещайте выставки и кинотеатры. Мы же с вами увидимся в рубрике «Афиша» через неделю на телеканале «Самара ГИС».